Здравствуйте, программа «Все в сад» в Минино, в питомнике растений. Что нужно сделать для того, чтобы они дожили до весны, нам расскажет его агроном Лариса Николаевна Тисова. Мы должны их побелить. Побелить для того, чтобы у них не было зимних солнечных ожогов на стволе. Важно, какая будет кисточка? Нет, какая... я считаю, что должна быть длинная ручка, но это чисто мое мнение. Для того, чтобы можно было повыше достать, если дерево высокое, куда-то залезть. Для понятно. Радиаторов. Берете гашеную визивость, то, что белили, и медный купорус. И погуще разводить, наверное, да, чтобы как сметанка? Как сметанка. В наших магазинах, где все в сад представлено, все для сада, много можно выбрать уже готовых побелок. Вот, допустим, вот это уже даже разведена, мы только немножко разведем водой, чтобы она была пожиже, покраса. Вот здесь вот садовая побелка, она и стоит подешевле, она сухой порошок, его нужно полностью разводить. И сюда можно вот еще добавить медный купорос, который у нас идет от грибных заболеваний. Лариса Николаевна, а вот еще в интернете советуют клей добавлять какой-нибудь туда, если ты гашеной известью красишь. Насколько это обоснованный совет? Наверное, просто для того, чтобы была адгезия, чтобы все это лучше прилипало. Прилипатель так же, как и мыло хозяйственное. Чтобы все у нас было беленькое, отражение солнца, белое все отражается, чтобы у нас не было зимних солнечных ожогов. Мы любим большие яблоки, большие груши и сливы, а им не очень хорошо у нас, значит, мы будем помогать выживать. Лариса Николаевна, а почему нужно красить осенью? Вот самое такое распространенное мнение, что вообще их весной белят деревья. Весной белят деревья, это дань нашему празднику 1 мая. К 1 мая у нас нужно было, чтобы все было красиво. Белые поребрики и белые стволы. То есть весной красить не надо? Не надо. Красим осенью. Для чего красим осенью? Для того, чтобы не было морозобоин на коре. Мы должны красить, пока еще у нас не совсем холодно. Опять это начало ноября, конец октября, когда температура позволяет. Вот это дерево, оно у нас молодое. Это у нас яблоня декоративная, роялти называется. У него сорт, но ствол у него совсем темный, значит, ему будет морозобоин, может быть, больше. Значит, мы все красим и основной ствол, скелетные ветки, у нас тут их всего три. Вот мы сейчас красим маленькое деревце, но большое красить точно так же, да? Ствол и скелетные ветви, да? Можно... А на какую высоту? Как достанете? Ну, то есть, чем выше, тем лучше, выше, да? Чем 2 тем метра, лучше, тем да? лучше. Угу, вообще, закрашивается все. Морозобойное – это растрескивание коры. Оно не выдерживает этого мороза. У старого дерева только, у него ствол толстый, кора толстая, там можно не красить. Угу. Там незачем. А когда идут уже ветки выше, скелетные, эти можно красить. Ну, вы же не будете не красить, а это покрасить. Вроде как тоже опять некрасиво. Некрасиво, да. Значит, красится все. Кора трескается, значит, у нас получается там расщелина. В эту расщелину может зайти споры грибов, которые начинают распространяться и подъедать, ну, споры подъедать растения, значит, там будет дупло, растению будет плохо. Там могут прятаться насекомые, которые тоже откладывают яйца. Ну, это как понятно. Рана, как у нас рана, понятно. Она должна затянутая быть. А для того, чтобы ее как раз вот сделать ровненькой, нужно чистить. Мы его почистим. Отлично. Берем губку, железную губку хозяйственную, обыкновенную. И начинаем зачищать вот это все. Вот лучше, конечно, щеткой. Железной щеткой, которые тоже продаются, вот, где инструменты продают, вот такой щеткой. А у нее вот эта щетина короткая должна быть или длинная у щетки? Ну, чтобы она захватывала, тут же у нас небольшие эти, чтобы захватывала просто. Ну, примерно нас... сколько? Сантиметр, два? Ну, 2 сантиметра. А вот подковыривать не надо? Вот как вот штукатурку, когда чистим, вот она явно отваливается. Нет. Не надо ее отковыривать? Ее просто нужно вот счищать. Вот то, что не счистилось, то пусть оно там и остается, значит, оно там еще живет. Ну, то есть вот мы зачистили, и можно красить? Можно красить. Пишите нам ВКонтакте, звоните по телефону 258 11 73, и все в сад.